Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами посмотрим обзор новинок и просто продукции из каталога Oriflame номер 17. Не просто посмотрим, а я вам покажу продукты, которые у меня есть в наличии, которыми я сама пользуюсь, чтобы вы имели полное представление об этой продукции и уже точно знали, что вы себе закажете, чем себя побалуете. Ну что, приступаем? Это новогодний каталог, последний в этом году, в 2018. Он начнет действовать с 1 декабря по 29 декабря включительно. То есть просто у нас с вами очень длинный будет каталог, очень классный. Итак, что же в нем особенно примечательного? Во-первых, он очень красивый, его приятно будет дарить людям, показывать. И я думаю, что такой каталог ни у кого не поднимется рука, оставить, как говорится, без внимания, проигнорить. На первом развороте мы с вами видим смягчающие средства. Они вот в таких маленьких баночках, чтобы вы представляли, какой это объем. Здесь будет три аромата. С миндалем, с розовым маслом и без аромата, просто смягчающее средство в розовой баночке. Это, кстати, первый продукт, который выпустила компания Oriflame 50 лет назад. И он до сих пор с нами. Это очень радует. Вот такая классная баночка. Здесь смягчающее средство. Как я его использую? Я беру так прям рукой и, например, наношу на кутикулу. Или просто на руки, на губы, на все сухие участки. Можно пяточки, если у кого-то лопаются, коленочки, локти шикарно смягчать. То есть это такое средство, как палочка-выручалочка. Мне оно очень нравится. Я люблю с разными ароматами. У меня их одновременно открыто штуки 3, наверное. Чудесная туалетная вода Маскарад. Она у нас была где-то года 4, наверное, назад. Эксклюзивная, разовая, она была прям буквально в 2-3 каталогах, потом исчезла. Очень вкусный, сладенький аромат. Здесь можно потереть страничку и ощутить этот вкус. Достаточно стойкая, несмотря на то, что она туалетная, но у нее очень приятные нотки. Я обалдела от этой водички, полностью ее использовала. Ну, также гель для душа, лаванда, красиво сочетаются и выгоднее брать, конечно, в наборе. Набор выходит всего за 399 рублей. Угадайте, я закажу? Скорее всего, да. Так, здесь у нас для мужчин пена для бритья и парфюм. И, конечно же, в наборе брать всегда дешевле. Вообще, цены крутые к Новому году. Так, что у нас на этой страничке? Я вам покажу мультиактивный бальзам для губ. Я такими пользуюсь, ну, частенько заказываю. У меня, правда, не самый светлый оттенок. Они бывают такие у меня вот с оттеночком. Здесь он без оттенка, просто такой прозрачный. Очень хорошо увлажняет губки, еще содержит солнцезащитный фактор SPF 8, то, что его делает еще более ценным. И также у нас идет лак для волос, лак для маникюра, для французского маникюра, розовый лепесток. То есть это наборчик, всего 199 рублей. А второй набор у нас для мужчин, это мыло. Мыло у меня такое есть большое, запечатанное, прям большой хороший кусок. Мыло очень такое классное, оно прозрачное, если вы видите, как на картинке. И еще шампунь для волос, тоже набор, всего 299 рублей. Хорошее, выгодное предложение. На этой страничке нас ждет сюрприз. Это халат такого красивого, ярко-розового цвета. И прикольные валенки с блестюшками внутри, тепленькие. Кстати, очень хорошее предложение. Такие тапочки Уги, особенно у кого холодные полы дома, прохладно, то это незаменимый такой аксессуарчик. И при этом он такой нарядненький, веселый, прям соблазнительный. А халатик, вот многие спрашивают, какой размер у халата, но он на запахе. Поэтому он подойдет для достаточно маленького и для достаточно большого размера. Поэтому я думаю, что будет такой диапазон большой. Но здесь вот прям написано «универсальный размер». Длина 105, то есть он ниже колен, да, где-то до середины икры. Ну, прикольный. Чувствуется, что хорошее качество материала, ну и классная цена. В магазине такие халатики примерно в 2 раза дороже стоят. Так, что нас ждет здесь? Не упусти, супер цена на продукты. Да, будет какая-то супер цена, но это мы увидим. А, это акция. Делай заказ на 500 рублей в этом каталоге, закажи на 500 рублей в первом каталоге и получи супер скидку на наши легендарные продукты. То есть это нас ждет с вами впереди, на будущее имейте в виду, что сможете поучаствовать в акции. Так, тональные средства у нас есть в этом предложении. Ультрастойкая корректирующая тональная основа в тюбике.
И увлажняющая тональная основа Aqua Boost. Я, кстати, я ее не приготовила, но у меня таких несколько оттенков, потому что одна из моих любимых тональных основ. Обожаю ее, рекомендую всем. Классные у них у обеих SPF, у одной 30, у другой 20. Но я больше люблю не в тюбиках тональная основа, а именно с дозатором, чтобы было удобнее пользоваться. Так, дальше. Здесь у нас шикарные помады. Ну, кстати, я помаду себе такую не открыла, так и не оставила, потому что не смогла выбрать. В результате набрала себе новых помад Giordani. Но я вам покажу карандашики для губ. У меня практически есть все оттенки. Вот я приготовила 4 цвета. И сейчас покажу, как они выглядят, потому что это мои любимые карандаши. Мне они нравятся больше, чем карандаши из серии Giordani Gold. Хотя они и маленькие, но их очень надолго хватает. Смотрите, как они классно ложатся. То есть они такие мягкие, так здорово скользят по губам, легко заполняют губы. Так, я вам сейчас показала теплая корица. Сейчас показываю самый светлый, бежевая роза. Прям он светлый-светлый, нюдовый, матовый совершенно оттенок. Так, еще у меня есть, так, сейчас скажу, какой это, наверное, лиловый клевер, 36-й. Здесь так мелко коды указаны. Да, 36-й это клевер. Такой насыщенный цвет. Если легкое прикосновение делать, то он прям розовенький такой. Если нужно поярче, то посильнее просто нужно нажимать. И есть совсем розовенький, это классическая роза. Я и так помню, потому что я их выбирала себе с 35-й, да, все верно. А классическая роза, вот такой вот красивый розовый цвет, нежненький. Он, вот я люблю, это для меня универсальная подборка карандашей. Я ими все время пользуюсь, особенно у меня в ходу теплая корица. Один из моих любимых прям карандашиков. Так, для глаз тоже есть что показать. Есть и серии с эффектом металлик, зелененький, мой любимый карандаш. Я его всегда себе заказываю. Я им подвожу внизу глазки. Посмотрите, как он красиво поблескивает. Классный оттенок. И второй у меня синий. Как раз вот из нижних. Это просто синий. Просто синий классный карандаш. Вот он такой. Он глубокий синий. Посмотрите, он не яркий. Его можно даже перепутать с черным. То есть он такой и сине-черный глубокий оттенок. Хорошие карандаши, я их очень люблю. Так, из этой странички у меня нет, к сожалению, этой туши, чтобы вам показать кисточку. Она очень оригинально сделана. То есть, если вы выкручиваете первый колпачок, то, например, большой колпачок, то достается кисточка широкая с большим объемом туши. Если вы выкручиваете верхний колпачок, то тушь снимается, и она, кисточка более чистая. И за счет этого вы сможете более распушить реснички, расчесать. То есть я сначала делаю много, потом снимаю излишки и распушаю, расчесываю, удлиняю уже чистой кисточкой. Я вам покажу карандашик для глаз. Вот у меня есть черненький. Да, достаточно хороший карандаш. Вот он прям черный-черный. Здесь хорошо видно. Черный-черный. Хорошо наносится. То есть прям вот легкое прикосновение. Мне нравится карандаш. Никаких претензий у меня к нему нет. Отличное качество. Выгодно брать в наборе. То есть тушь и карандаш всего за 399 рублей. Хорошее предложение. Так, на этой страничке два карандашика для бровей. У меня их нет, не брала. Но брала моя клиентка. Даже повторно делала заказ. Я думаю, увидит эту скидку, тоже возьмет. Сначала она говорит, я не оценила вот эти вот светлые части. А потом поняла, как удобно, как круто высветлять под бровью. Кончик брови сверху, снизу. Она сказала, что очень крутой карандаш, но зато у меня есть гель для бровей и ресниц, потому что я им пользуюсь постоянно. Он у меня уже достаточно такой старенький, я им уже бровки только подкрашиваю, но я беру всегда отдельный. У меня отдельный для ресниц, отдельный для бровей, потому что брови как-то быстрее пачкают гель, а глазки все-таки рядом находятся слизистые, и хочется, чтобы был чистый-чистый гель. Поэтому я где-то 2-3 недельки пользуюсь для ресничек, потом я его отдаю для бровей, открываю новый. И мне очень нравится эффект. Реснички восстанавливаются, становятся более пушистые, черненькие. Ну и как будто они такие крепенькие становятся. Поэтому вот это у нас всегда дома есть. Дочки покупаю себе, нам нравится. Так, здесь лаки. Я вам прям несколько лаков покажу, приготовила. У меня их, конечно, очень много, но я вот выбрала несколько оттенков. Просто хочу показать, как они круто выглядят. Вот, например, золотистая роза. Потрясающий красивый оттенок. Сейчас вам покажу его в деле.
буду так вот капельки наносить, чтобы вам было видно. Вот, смотрите, какая прелесть. То есть он такой бежевый и много-много-много-много блесток. Очень крутой цвет, я его прям обожаю. У меня есть такой вот таинственный лес лак. Сейчас тоже покажу. Все, нанесу сразу капельку здесь. То есть глубокий, зеленый, очень красивый цвет. Я сразу закрою, пока вы будете любоваться. Так, у меня есть туманное небо. Да, 91-й. Да, туманное небо. О, кстати, он вроде бы вот так вот невзрачненький, но он очень красиво смотрится в деле. Он на ногтях классно лежит. И вот для зимы мне он очень нравится. Я его брала в прошлом году. И еще у меня есть темный бордо. Один, кстати, из моих любимых оттенков. Вообще я люблю лаки разные. У меня они как ароматы по настроению всегда идут. То есть я то одно хочу, то другое. Всегда меняю. То мне хочется светлого, то блестящего. Поэтому, да, я такая девушка непредсказуемая. Вот, смотрите, что есть. Видите, как они круто. Они просто как гель-лаки на ногтях смотрятся. Да, так богато выглядят. И все путают, всегда думают, что у меня гель на ногтях, хотя у меня не гель. Поэтому лаки классные, выбирайте на свой вкус. Единственное, что могу сказать, вот сиреневая роза, я брала его в прошлом году для клиентки под заказ. Он оказался совсем прозрачным, то есть его даже если наносишь 3 слоя, он очень-очень все равно светлый. О, кстати, у меня есть еще блестящий аметист, не приготовила, очень классный. Ну, мне лаки нравятся, у меня практически все, у меня, наверное, их штук 40, может быть, больше. Поэтому, что тут говорить, лаки есть лаки, они нужны. Так, здесь у нас серия Элио, самая легендарная, безумно вкусно пахнущая серия. Классный эффект дает, у меня дочка все, мам, ну ты закажешь или нет? Я говорю, дочка, ну очень дорого, выходит, а у нас такой расход, флакончик шампуня с трудом хватает на 2 недели. Вот, покажу вам маслице. Масло беру всегда, и мне нравится именно это в такой форме, потому что есть в пластиковом флакончике поменьше такие бутыльки, и в них прям масло, то есть нажимаешь, уходит масло. Это пшик, то есть это у меня он практически закончилось, уже не пшик, да, все, кончилось. То есть здесь пшик идет, ну видите, там капелька, все, в пустые баночки его отдаем, открывая новое. И что мне нравится, делаю 3 пшика на ладошке, вот так растираю, и распределяю по волосам. Лучше, конечно, на влажные, можно на сухие, масло все равно впитывается. И вот это масло меньше жирнит, чем вот в маленьких бутылечках. Поэтому, ну прям роскошь. Это, конечно, роскошь, и я считаю, это недорого для масла, органовое масло с розой. Великолепное просто, великолепный уход. Так, что на этой страничке? Конечно же, лимон и вербена. Есть у меня эти средства. Лосьончик прям новенький, еще не распакованный, сейчас пользуюсь другими. А вот для гель для душа у нас идет активно. Видите, грязненький флакончик стоит в ванной, на него попадают капли. Но мне очень нравится эффект от этих средств, потому что здесь натуральные масла и натуральные ингредиенты всегда по-другому раскрываются на коже. И аромат такой очень насыщенный. И мне нравится, что происходит с кожей после применения этих продуктов, потому что вот Essenza – это просто моя любовь навсегда. Классные цены, хватайте, потому что ну, это действительно роскошь. И красивые флакончики, и классный эффект. Так, сыворотка. Вот одну приготовила. Сыворотки, кстати, по хорошим скидкам для лица. У меня сейчас коллаген, а в офисе на мастер-классах у меня Novage Ultimate Lift. То есть я люблю, беру всегда их. Без сыворотки своей жизни не представляю, потому что это мощный активатор. Содержит очень много питательных компонентов, больше, чем в креме. И лучше, глубже проходит в кожу и проводит крем. Вот, покажу сумочку. Вот, она приходит вот в такой вот классной упаковке в чехле. Вот сама сумка. Лежит у меня пылится. О! Прям это действительно запылилось. Потому что купила, а так как морозы начались, я с ней не хожу. Ну, покажу вам ее все равно. Внутри цепочка. Можно ее прицепить. Она просто цепляет, как бы соединяется между собой на карабинчике. Все классно сделано. Здесь тканевая подкладка такая под хлопок. Есть кармашек и очень удобный формат. То есть она такая квадратненькая, поэтому получается, что в нее много-много помещается всего. Сумку убираю. Так, аромат тоже взяла себе. Этот аромат не устояла. Ну, безумно нравится. Во-первых, флакон очень красивый. Она просто стоит на полочке, вот так играет, как хамелеон всеми цветами. Очень вкусный аромат, сладкие ноты, но не приторные.
нотки не мерзкие такие вот, которые прям душат, надоедают, а он такой сказочно позитивный, воздушный, при этом он все равно сладенький. Очень классный аромат, тоже и дочке понравился, кстати, что всегда смотрю, какое, как молодое поколение реагирует и как более взрослое. То есть, если нравится нам обеим, значит, аромат действительно очень крутой. Так, здесь у нас наши привычные помады, и вышла новинка, такая вот черная-черная ночь, это черная губная помада Transformer. Что она делает, вы можете посмотреть, например, берете розовую помаду, наносите сверху эту черную, получается такой вот глубокий сиреневый, да, и вот вы видите с коралловой, что произошло, то есть она меняет помаду, то есть вы, имея этот Transformer, можете любые помады сейчас модифицировать, может быть, они вам надоели, и вы их переделываете в то, что вам нравится. И что-то вышло новенькое. Смотрите, вышли новые... Нет, это не новые лаки. Кстати, они были. Да, я их уже видела. Прикольные оттенки. Но вышло закрепляющее покрытие с неоновым эффектом. То есть в темноте вот так вот будут они светиться. Я так понимаю, это на дискотеке они будут светиться, потому что свет должен быть неоновый. Ну, прикольно. Вот все, что придумывают, мне всегда нравится. Какие-то ноу-хау такие с какими-то эффектами. Eclat Femme Weekend, один из моих любимых парфюмов, кстати, у меня его сейчас нет открытого, но брала его где-то 3-4 раза подряд, настолько он мне понравился, ну, уже поднадоело, столько новых ароматов выходит, поэтому, ну, пока не беру, но я по нему скучаю, потому что он действительно очень вкусный, он шлейфный аромат, хотя здесь написано туалетная вода, он очень стойкий, вообще серия Eclat отличается стойкостью. И мне нравится ее шлейф, который остается, он просто такой дорогой. Просто, а парфюм звучит очень дорого. И, кстати, есть спрей, то, что очень удобно, усиливает аромат и продлевает его стойкость. Так, здесь мужской класс спорт, прикольный ароматик. Divine классно. Кстати, классно сделали. Вот у меня крем есть Divine новенький, тоже взяла для подарка на Новый год. У меня девочка просто очень любит этот аромат. Вот подарю ей этот бочонок. Очень прикольно то, что в коробочке приходит набор с парфюмом. И цена очень хорошая. Обычно парфюм стоит больше 1000 рублей, а здесь еще и с кремом. Хороший вариант. Мой любимчик Giordani Gold Essence. Тоже сейчас покажу. Есть у меня этот аромат в наличии. Я его берегу. Вот, кстати, сейчас начала носить шубку. И мне он очень нравится именно в сочетании... Зима, норковая шуба и этот аромат. Прям вот, как будто они созданы друг для друга. Поэтому я его сейчас начну использовать активно. Вкусный, классный аромат. Для меня здесь, ну как бы, центральная нота — это цветок апельсина. И аромат за счет этого настолько привлекательным становится и соблазнительным, что я не могу им надышаться. Мне он очень в этом плане нравится. Так, покажу вам Mysterial Oud. Аромат. Я его взяла, соблазнилась на описание нашего партнера в чате. Она написала, что это потрясающий аромат. Я взяла без пробника, не тестируя. И мне он совершенно не подошел. Вот ищу, кому бы его подарить. Потому что думала, зимой он для меня будет более такой приятный. Но все равно не мои нотки, мне он не подходит. Хотя здесь состав классный, да. Вот шафран, я люблю. Розовое масло, обожаю. Удовое дерево. Ну, не знаю, не нюхала удовое дерево. Ну, в общем-то, все в сочетании немножечко не мое. А здесь прикольно с белой сиренью. Многие женщины, особенно взрослое поколение, любят сирень и с удовольствием берут эти ароматы. Так, здесь мужские, кстати, хорошие цены. Signature тоже вкусный аромат мужской. Мы раньше Мишей его часто брали. Сейчас мы перешли на... Нам больше нравится... Как же он называется? Happy Dizziac. Просто мы его обожаем. И тут аромат, который сняли с продажи. Прям даже вылетело из головы название. Короче, мы взяли с запасом сразу 5 флаконов. И сейчас им активно пользуемся. Так, здесь есть вставочка в каталог. Посмотрите, какая прелесть. Мини-каталог. Чтобы из него заказывать, нужно сделать из общего каталога заказ на 500 рублей. Тогда вы можете воспользоваться этим предложением. Сразу похвалюсь бальзамчиком. По 99 рублей. Такую прелесть. Дочки брала с дынькой, да, вот тут дыня, манго и кокос. Мне, конечно, потом, я пожалела, что себе с манго взяла, потому что дыня мне понравилась больше, но я и манго пользуюсь. Ну, какой эффект? Вкусно пахнет. На губах он вот просто блестит. Вот сейчас подену чуть-чуть. Вот он просто... Цвета нет, вот он растекается, он становится прозрачкой.
Вот он блестит сильно-сильно, такие получаются слюнявые губы, просто вот такие вот, ну, прикольно. Мне нравится, я им и дома пользуюсь. Ой, и иногда на улице, просто когда иду гулять с собачкой, например, я же не буду губы красить, я просто беру бальзамчик, наношу на губы и балдею, хожу, нюхаю свои губы. Так, что здесь? Крутая кисточка наша Giordani, не взяла, я ее вчера в офисе оставила. Очень крутое предложение на румяна, рассыпчатые, цену не видно, 299, по-моему, рублей всего. Хорошие, классные румяна, здесь хоть и 2 грамма, но их так надолго хватает. Там прикольная баночка такая, они рассыпчатые, их очень-очень мало нужно. И я вам покажу еще два лака, коричневый и блестючий. Кстати, я их очень люблю, поэтому покажу вам с удовольствием. Я считаю, что это прям находка, это такая редкость найти вот такой вот лак. Шоколадного такого коричневого оттенка. Я, пожалуй, себе еще один закажу, потому что флакончики малюсенькие, заканчиваются быстро, а мне он очень нравится. И вот эта блестюшка, я ее называю спонтанный блеск, смотрите. То есть вот он отдельно, тут, ну, можно выкладывать, так где-то покрупнее вот они попадают. То есть я всегда вот это двигаю, хорошо закрепляет лак, и можно поверх любого лака наносить. То есть придает блеск лаку и несколько блестюшек такие, как будто их, знаете, накромсали просто ножницы, как попало. Вот, вот так это выглядит, сейчас поближе покажу вам. И мне это очень нравится, я от этого просто балдею. Особенно, когда блестюшки, например, все ногти крашу шоколадным этим коричневым оттенком, а пару ногтей делаю с блестюшками. Это очень красиво, это очень круто. Все, похвасталась, идем дальше. Так, что здесь у меня есть? А, помада, помада, помада. Сейчас покажу вам помаду. Вот так она выглядит. У меня коралловый оттенок. Я люблю эти помады. Мне нравится, как они на губах. Мне нравится все в них. И их можно без контура красить. Мне нравится эта кисточка. Мне нравится вот это вот, как она ложится. Смотрите, губы увлажняет. Помада очень мягкая, удобная, красивая, эффектная. То есть в ней есть все, что нужно для любой женщины. Так, двигаемся дальше. Ну, кремики для рук, что про них сказать? Классный ценник, классное качество, они легкие. То есть они не густые, такие долго впитывающие. Они легкие, как лосьончики, растекаются. Самый вкусный аромат это вот это лов. И мне безумно нравится вот этот вот пряный мандарин. И мы его называли пьяный мандарин, но я его обожаю. У меня и мыло из этой серии есть в любимчиках. Так, здесь крем, мед и молоко. Это вот такой же вот большой бочонок с ароматом меда. Вчера встречалась с клиенткой, она мне говорит: Лиля, ну вот что бы я ни пробовала, я всегда возвращаюсь к этому крему, потому что лучше у него я не встречала. Здесь прикольные мыльцы детские. Кстати, я частенько беру себе вот эту Муану, потому что пахнет вкусно, прикольный цветок. Так, здесь у нас, тоже покажу вам резик, не чаю, когда он кончится, мне не нравится этот аромат. Хорошее качество, классный дезик, жить без него не могу, потому что он классно вот, с ножками и охлаждает их, и снимает тяжесть, и запахи все неприятные. Но мне не нравится этот аромат, он какой-то неудачный, невкусный. Даже когда кто-то побрызгает, я потом говорю: фу-фу-фу, зачем вы это сделали? То есть, ну, надеюсь, он быстро кончится, заказывать такой уже не буду, не нравится. Так, для мужчин. Лучше для мужчины нет. Сколько стоит любой продукт? 149. Вот, у меня есть гель для душа Лидер. Большой, классный флакон. Сколько здесь? 200 мл. И есть дезодорант. Не вижу, где он. Я вроде бы его готовила. Ну, понятно. Обычный дезодорант, шариковый, тоже хороший. Так, здесь я вам покажу пену для ванн. Считаю, это выгодное предложение. Потому что 300 мл здесь. И вот такой большой красивый флакон. Он реально красивый. Его и в ванну поставить, его и подарить прикольно. То есть, ну, можно воспользоваться таким предложением, как подарок к Новому году для кого-то. И недорого выходит, и эффектно смотрится. Так, мыло. И я вам покажу вот это средство. Это средство для сухой чистки рук. Да, гель. То есть негде помыть ручки, нету рядом водички, салфетки все равно так не отмывают руки, то есть размазывают микробы. Он убьет микробы, при этом вот именно этот очень нежно пахнет. То, что мне в нем понравилось. Нежный аромат. И я его всегда с собой ношу, такие штучки, поэтому всегда дома есть наличие.
А здесь полотенчики, кстати, хорошего качества, хлопковые, 30 на 30, то есть небольшие такие салфеточки для лица, и в дорогу брать, и дома использовать, чтобы там 2-3 раза вытерся, выкинул, и, ну, в стирку взял новенькое. Так, что здесь, покажу вам украшение. Вот, храню его в коробочке, у меня, конечно, весь комплект, но здесь представлена цепочка с таким классным, чудесным маком, с тычинками, жемчужинки. Обожаю эту штучку. Вот, девочки, купите себе, но сейчас, может, не актуально, но лето придет очень быстро, и вы его достанете новенькое, будете носить с огромным удовольствием, потому что он прям вот как праздник, это украшение праздник, привлекает внимание. Так, что дальше здесь? Я вам ничего не приготовила. Да у меня... О, у меня есть такой шарик сфера. Ну, почему-то я его мало ношу, не с чем особо его одевать. Ой, такие сережки у меня есть, тоже рекомендую. Очень нарядные, классные, прям смотрятся так интересненько. Не дешевкой. Они не выглядят дешевкой, то есть они реально смотрятся прям вот хорошо. Потому что, ну, я переживала, что они будут как-то не смотреться. Так, что здесь? Вау, классная коробка подарочная. Она прям большая, смотрите, размеры. Она очень удобная и респектабельная. Так, что здесь еще? Всякие... Ну, посмотрите. Ага, есть у меня серии Эльви, что вам показать. Это гель для душа, да? А, это лосьон. Это лосьон парфюмированный. И гель для душа. Вот, они, смотрите, красивенькие, веселенькие. К ним есть, кстати, такой же аромат Эльви. Тут и нарисованы одуванчики, то есть он такой легенький, свеженький, нежненький, девичий аромат. Ну, красиво. И подарок красивый, эффектный. Так, что здесь? Excite Forte. У меня запечатанная есть уже под клиентов лежит. Excite Force. Force неправильно назвала. Дима Билан участвовал в разработке этого аромата. Ну, что тут сказать? Стойкий, классный. Миша мы такой брали пару раз. Тоже мы довольны. То есть это один из ароматов, который вот просто для любого мужчины, мне кажется, подойдет. Тут можно, кстати, страничку потереть, но я всегда рекомендую к любому парфюму выписывайте пробники, если есть такая возможность. Потому что не ко всем парфюмам есть пробники, к сожалению, но большинство есть. Один из моих любимчиков Eclat Mademoiselle уже заканчивается. Прям даже буду по нему скучать, легкий. Но это аромат весенний, я не знаю, почему его так активно продают зимой, еще и целый разворот, потому что я бы его все-таки весной, весна-лето. Вот для меня он такой вот. Ну, то есть, а может быть, кому-то хочется вспомнить о весне, о лете. Да, состав у него вкусненький, ничего не могу сказать, просто обожаю его. Так, здесь у меня ничего из этого нет. Листаем дальше, такое я не брала, не пробовала. Есть Paradise, а вот, кстати, Possessive Secret мне не подошел аромат, я его не поняла, немножечко не мой, хотя долго-долго его пробовала, я бы его даже просто из одного флакончика купила, но устояла. Это редкий случай, когда я себя удержала от покупки, вот, зато Paradise, вот он закончился практически, очень-очень низкая цена, я считаю, для такого аромата, он один из стойких, это парфюмерная вода. У него такой состав классный, что этот аромат я называю один из самых ярких, и это аромат силы. То есть, если вы чувствуете, что вас покидают силы, какая-то нужна энергия, просто возьмите этот аромат, освежитесь, и просто каждый вас спросит, а чем это так вкусно пахнет? Вот это из тех ароматов. И посмотрите, какой флакон. Вот это просто великолепие, я не знаю, ну, Paradise мне нравится. У меня есть и синенький аромат, и этот, и оба, они для меня классные. Из этого ничего нет вам показать, я даже... Я единственное, что брала вот такие дезодоранты, спреями я не пользуюсь, даже их никогда не беру. А шариковые классные, прикольные, мне нравятся. Так, мужское даже рассказывать не буду. Тут все можно, кстати, потереть, но вы берите пробники, потому что все равно бумага, она не передает, ну, полноты аромата. А вот один из моих любимых, тоже аромат Eclat Louis, запечатанный уже тоже для подарка. Подарю его шикарный. Просто шикарный, просто вкусный очень. Так, здесь ускоряемся, а тут остановимся. Вот он. Чуть не взяла щеточки. Последний раз пользовалась насадкой скрабом, да, пилинг. Это Skin Pro в новом исполнении. Я его просто обожаю. Особенно люблю вот эту массажную насадку. Больше всего ей пользуюсь. Меньше всего щеточкой пользуюсь.
Кстати, написано специально для мужской кожи. Ну, я бы не сказала, что специально, потому что идет очень мягкое очищение, при этом где-то более чем 8 раз сильнее работает, чем скраб. Представляете, вот эта щеточка, она настолько классно очищает поры, что я уже вообще забыла, что такое, кстати, скорости. Вот она вот так вибрирует. То есть она не крутится, она дает очень мощную вибрацию. И так на всех щеточках, на всех насадках нет вот этого кручения, как было в старом Skin Pro, а именно вибрации очень мощные, которые выбивают прямо из кожи всю грязь. И я вам рекомендую, если вы в премьер-клубе, возьмите его себе со скидкой 50%. Это будет очень крутое, выгодное предложение. Так, мужской набор. Тоже его всегда показываю. Девочки, круто, побалуйте своих мальчиков к Новому году. Возьмите ему уход. Пусть они тоже будут красивые. Вот гель. Ой, вот он. Он такого серого цвета. Он с углем. Он очень хорошо очищает поры. Флакончики из стекла. Очень... тяжеленькие такие, посмотрите, как классно выглядит, просто вот божественно. Я тоже хочу такой набор. Мне нравится то, что все это с дозаторами, сыворотка, крем. Мужской крем идет тоже с роликом металлическим, то что классно, и просто для мужчин они покрутили несколько раз вокруг глаз, и все у них классно. Поэтому побалуйте своих мальчиков, рекомендую. Ну, тут сами почитаете, все круто, да, где-то наборы, пена, кстати, так дешево. Зайдите просто в рубль-бум, посмотрите, сколько стоит пена для бритья. Я чуть в обморок не упала. Самая дешевая, по-моему, 350 рублей. Так, что здесь? Новинка, обязательно возьму пробники, чтобы знать. Прикольные пакетики для упаковки, чтобы уже не заморачиваться, взяли пакетик, бросили туда пару продуктов и готов подарок. Так, здесь бижутерия всякая. Не буду на этом долго тормозиться, потому что показать нечего. Есть что, я вам покажу серьги. Вот, серьгу одну приготовила. Я влюбилась в эти сережки, потому что, ну как можно не влюбиться в это чудо? Посмотрите, они, во-первых, очень мягкие, то есть они крутятся, то есть они не стоят колом, а они прям вот ласкают шейку, они достаточно длинненькие. Я бы хотела, чтобы они были еще длиннее, ну пусть будет так. И что удобно, можно, например, отстегнуть вот эту, снять. Например, вы не хотите такого бурного эффекта, просто ходите с такой маленькой блестюшкой. Вот она как кольчушка. Да, у нее такое соединение, она мягенькая, вся как кольчушка, пересыпается. Так, убираю в сторону, потом упакую. Из этого ничего у меня нет, и из этого тоже. И здесь классные часы, мужские косметички. Кстати, часто спрашивают мужские косметички, посмотрите, как здорово сделали. Прям красиво, прям мне прям нравится. А это что такое? Мужской бумажник на молнии. Ну, не знаю, я люблю все-таки, когда у мужчин бумажники кожаные, такие дорогие, чтобы достал, и все в обморок упали. Так, шарфик интересный, мужской, мягенький, такой тепленький. О, ремень, ручка. Ну, посмотрите, здесь много чего. Хорошая скидка на медовую серию. Радует, что вернули серию «Королевский бархат», при том, что у нее классные цены, у этой серии. И многие не могут себе позволить, например, на «Вейдж», тогда лучший выбор – это «Королевский бархат». Для женщин после 45 просто вариант. Что скажу? Я, конечно же, за Novage руками и ногами, потому что пользуюсь уже этой серией очень долго. У меня классный эффект. Я взяла себе сейчас новое средство очищающее, то гель-тоник вместе. Я от него в полном восторге. Не знаю теперь даже, как закончить те средства, которые раньше покупала. Ну вот у меня из этой серии крем. То есть у меня все. Крем для ночной у меня из серии вот это осветляющий, то есть я взяла попробовать. Дневной заканчиваю Ultimate Lift. Да, мне очень нравится эффект. Ее можно миксовать между собой, никаких запретов на это нет, но зато кожа просто классная. Кто не знает, мне 44 года, лицо мое видели, можете посмотреть других видео. Никогда не пользовалась услугами косметолога, потому что считаю, что это... Но это в последнюю очередь нужно сделать. Да, взяла себе увлажняющую эссенцию. Получила ее только вчера. Попробовала. Ее нужно либо вбивать пальчиками в кожу и сверху наносить сыворотку и крем, либо ватным диском. Ну, я считаю, ватный диск – это расход только средства. Я пальчиками, ну, просто доставала. Это такое, знаете, как гель. То есть она жиденькая. Вот сейчас капельку достану. То есть она, видите, не течет капля. И ее просто мы вбиваем в кожу таким вот образом.
И прям мне понравилось. Я вчера на ночь сделала, сегодня с утра. Такая мягкая кожа, действительно. Чем больше кожи мы дадим увлажнения, тем лучше. Вот. И она быстро впитывается. Сверху нанесли кремик, все. И вперед. Никакого дискомфорта, смывать ее не нужно. Все хорошо, классная штучка. И недорого. Это увлажняющая эссенция. У нее такой состав крутой. И смотрите, какое действие. То есть она укрепляет каркас эпидермиса. Увлажняет и восстанавливает кожу. Кожа выглядит моложе, поверхность разглаживается, а поры сужаются. Ну, девочки, то, что нам нужно. На этой страничке у нас эко-бьюти. Я, кстати, брала всю серию, и я и довольна. Ой-ой-ой, чуть не уронила. Вот, у меня молочко осталось, я иногда пользуюсь, но я не люблю просто молочко. Мне нравятся пенки, гели всякие. И маслица, вот я им пользуюсь. Либо с массажером, либо я им, кстати, вот руки, кутикулу мажу. Хорошо смягчает, оно пахнет вкусно. Мне очень нравится упаковка. Посмотрите, как все красиво сделано. Чисто по-шведски. Все беленькое, чистенькое, да, все это. Ботаника красивая, в каждом флакончике свой состав. Это классная серия, роскошная. Она, кстати, здорово подойдет вегетарианцам, веганам, потому что она полностью натуральная на 95%. У нее есть сертификат EcoCert. Почитайте об этом поподробнее, и вы поймете, насколько это крутая серия. Очень крутая. Так, что здесь? У меня тоже есть что вам показать. Правда, не пользовалась. Взяла для поездок. Это тонизирующее средство для умывания. Вот это вот большое. И поменьше тонизирующий гель-крем. Ну, так как взяла себе, вот... Не буду все равно открывать, потому что после того, как открыли баночку, вот смотрите, здесь написано, что нужно использовать в течение 12 месяцев. И здесь тоже. Но я не знаю, использую или нет, поэтому пусть стоит закрытая, пока хлеба не просит, не буду открывать. Потому что хочется, чтобы все было в лучшем виде. Чтобы вы видели, что объем небольшой, дорожный вариант. Да, или просто взять, попробовать, как подойдет, не подойдет. И, кстати, еще масочка тоже тонизирующая. Я брала себе две штучки, нам понравилось. О, я не приготовила мицеллярку, не знаю почему. Но мы ей очень активно пользуемся. Я, кстати, ей приспособилась еще чистить кисти. Очень удобно, чтобы их не стирать. Каждый раз я просто мицелляркой их чищу, а потом периодически стираю. Так, что здесь? Покажу вам орудие пыток. Вот оно приходит в чехольчике, что очень замечательно. Это для того, чтобы удалять черные точки. Такая вот маленькая дырочка. Надавливаем, да, на опору. Ну, смотрим, где эта черная точка. Распариваем предварительно кожу. Слегка надавливаем. И это все выскакивает и просто убираем. Ну, честно говоря, не пользуемся. Лежит вот новенькая. Потому что, ну, не знаю, как-то вот... Во-первых, нет необходимости. Если вы регулярно ухаживаете за кожей, делаете маски, скрабы, то черные точки, они в принципе не появляются. Вот, что еще здесь прикольно? Я обожаю этот спонж коньяку, мне нравится, он тоже пользуюсь им постоянно. Ну, двигаемся дальше. Это для молодежки. Кстати, Лерочки все время беру, ну, не все время, периодически, то одну, то другую серию, эту тоже мы берем. Что здесь? Маска для лица против черных точек. Вот, это я и возьму. Пусть будет. Пусть будет у ребенка. Так, здесь все миленько. Кстати, обновилась в серии Wellness упаковка и коды. Обращайте внимание, что коды теперь тоже другие на продукцию. Будет классное предложение по витаминам. Тут их много, по-моему, 60 таблеток, то есть на 2 месяца. Это недорого. Бальзамчики для губ, такие цветные и с вкусными ароматами. Это блески. Ну, показать нечего, поэтому пролистываю. А вот здесь у меня есть что вам показать. Это помада. Помада, где она у нас? The One Color Obsession. Я люблю эту помаду. У меня два экстравагантных цвета. Смотрите, у меня такой яркий. Это, по-моему, сейчас скажу, какой у меня. Земляничная поляна. Да. 59-й. Не ошиблась я? Нет. И второй у меня экстравагантный. Это черные, по-моему, ночи. Сейчас скажу точно. 63. Да, это черные ночи. Но он красив. Он хорош. Он просто хорош. А его если чуть-чуть провести по губам. Ну, тут плохо видно. Тут, например. Чуть-чуть. Просто красивый-красивый оттенок. Суперский. Ну, вот здесь лучше видно, кстати. Так, закрываем. А с этой странички, сейчас возьму салфеточку, прошу прощения,
А то я себе пальчик намазала, чтобы не испачкать все. Кстати, все сотру сейчас, чтобы было место, где еще красить. Ведь карандаши, видите, какие достаточно стойкие. Влажной салфеткой вот стираю, и все равно они еще остаются. Так, все. Так, а здесь у меня две аж помады. Я такая жадная, я себе взяла и пряное какао, и я взяла себе ореховое пралине. Хочу вам показать эти цвета, просто их не было потом на складе. Не знаю, будут ли они в этот раз. Вот пралине, то есть это матовая-матовая помада. Жидкая, потому что она очень хорошо лежит на губах. Это было пралине, а это какао рядом. Мне очень нравится какао, она темненькая, так красиво на губах. Вообще здорово смотрится. Обе люблю. Одна более такая дневная, легенькая, другая более такая темная. Так, средства для снятия водостойкой косметики. Не устану петь ему дифирамбы, потому что я его люблю больше всего. Единственное средство, которое у меня полностью снимает макияж легко. Его надо так смешать, нанести на ватный диск средство, подержать на глазках, просто снять ватный диск, чуть-чуть там подтереть, и все. Никакого... Все, одно волшебство. Так, что здесь? Туши нету. Пудру покажу. Она у меня новенькая. Поэтому я ее трогать не смогу, просто покажу, как она устроена. Есть спонжик, есть пудра классная под пленочкой. Пудра хорошая, профессиональная серия. Мне все в ней устраивает, все нравится. Тоже беру, но у меня она в офисе такая осталась. Просто в офисе провожу мастер-классы. Так, здесь классное предложение у нас есть на хайлайтер. Вот я летом купила флакон, смотрите, как еще много. И чем он мне нравится, то что у него розовый оттенок, то есть он не желтит, а вот именно с розовеньким. Но это прелесть. Вот этим средством я пользуюсь каждый день. Мне очень нравится на некоторые участки лица наносить. Лицо выглядит очень прикольно. А это средство у меня как-то не пошло, закрепляющий спрей для макияжа, у меня ничего не течет, не портится. Ну, я им попользовалась немножко, но как бы, в принципе, оно мне просто не понадобилось, поэтому практически новенькое стоит. Не знаю, если у вас плывет макияж, жирная кожа, то вам, конечно же, это как выход из положения. Так, что здесь? Хорошая косметичка. Это, кстати, у меня есть такая пилочка, не приготовила. Вот, есть средство для ногтей. Практически все. Сейчас скажу, что у меня есть. Так, первое, это закрепляющее, матирующее, этого у меня нет. А вот закрепляющее с эффектом гель-лака, сейчас мы его найдем. Вот, вот это закрепляющее. Его когда сверху покрываешь, то есть ногти как будто объемные смотрятся и лучше держатся, мне нравится. Далее, базовое покрытие пленка под лак, вот, я им пользуюсь, мне нравится, но я заметила, что оно портит ногти. Ногти становятся какие-то вот шершавые, белесые, полосочки остаются. И я сейчас тормознула, вот какое-то время им не пользуюсь, взяла себе вот эту алмазную штучку, как она называется, правильно, средство против расслаивания и ломкости. Я ей сейчас пользуюсь под лак. Но по этой штуке я скучаю, потому что так удобно просто взять вот и снять ноготочки, не пользуясь средством для снятия лака. И промаслиться скажу, видите, оно двухфазное, его надо так смешивать. И я покажу, как оно выглядит, просто как его наносить. Вот так кисточкой просто раскидываете. Видите, оно прям вот маслится. Раскидали по ноготочкам, вот так вот втерли в кутикулу. Или когда маникюр сделали, вот все это обрезали, чтобы подлечить, все это увлажнить, чтобы кутикула не топорщилась. Все, и пусть оно останется, оно впитывается, потом ногти просто протереть нужно и все. Вот маслица мне понравилась, вот прям няшечка мне, оно очень, очень к душе пришлось. Я люблю такие всякие штучки ухаживающие. Но можно, кстати, обойтись и смягчающим средством, но просто хочется иногда чего-то новенького. Так, что здесь? Это я в офисе оставила. У меня средний корректор, темненький, я им делаю коррекцию. Дальше, я взяла себе пигменты тоже в офисе. Очень довольна, в восторге. Возьму, наверное, себе еще светлый, потому что у меня его больше расход идет. Очень круто. У меня, например, тон остался темный с лета. Я не могу его использовать. Так я беру пигмент, капельку в тон, смешиваю кисточкой, у меня получается светлый тон. Так, покажу вам еще шелковую тональную основу флюид. Безумно крутая штука и безумно неудобная. Посмотрите, то есть надо достать вот это все, положить на руку, потом это все закрыть, чтобы не испачкаться. Это все, это просто гадость полная. Вот, но зато какой он. Вот я много очень нанесла, сейчас лишнее сниму.
лишнее сниму. То есть оно высыхает и просто пудрой становится. При этом все неровности скрывает, все шероховатости, не забивает поры. Но у меня поры просто очень маленькие, поэтому их трудно чем-то забить. Посмотрите, какое чудо. Вот сейчас подсохнет и просто будет эффект пудрочки. Потом с вами посмотрим еще. Поэтому я его, конечно, очень люблю, я его беру, но мне не нравится упаковка. Почему мне сделать просто с дозатором? И, кстати, перед применением его надо вот так всегда взбултыхнуть, чтобы все это смешать, потому что он прям жиденькое. И вот тогда будет все круто. Так, дальше. Да, да. Я сказала «да» на этой страничке, потому что я уже выписала себе 3 помады. Сейчас мы их все с вами посмотрим. Я взяла 3 верхних, и очень соблазнительно вот этот «Морозные лепестки». У меня 3 оттенка, где будем пробовать. Давайте вот тут. Давайте вот тут. Это самый светлый сияющий нюд. А далее холодная роза. У меня, кстати, есть на канале обзор, где мы пробуем все эти помады. Но я думаю, никогда не лишним будет еще раз посмотреть, где вот тут. А вот это вообще бесподобно красивый. Они все переливаются, они хоть и матовые, но они с металликом. И вот это вот рубиновое мерцание тоже. Я в восторге от этой помады. Я когда их получила, я в день по 3 раза перекрашивала, потому что я то одну, то другую. Мне все нравится, все красиво. Ну вот эти, конечно, дневные 2, а это прям праздник-праздник. Вечерний вариант. Очень крутые помады. Так, что здесь у меня есть показать вам? Для бровей остался вот карандашик. С одной стороны щеточка, что это очень круто, удобно. С другой у меня темный оттенок. Вот, кстати, высохла, посмотрите, пудра. Все, матовая пудрочка. Очень хороший карандашик. Хорошо им красить брови, я им пользуюсь. Как видите, уже половину использовала. Но все-таки больше всего мне нравится наш тени-корректор для коррекции бровей. Ни на что их не применяю. Эта серия у нас уже была в прошлом каталоге. Я взяла. У меня все это купили, поэтому показать не осталось ничего. Спрей. Масло не брала, потому что масел набрала из другой серии. Полно из авокадо и Love Potion. А вот спрей мне понравился. У него не очень аромат, как бы, ну, я не могу сказать, что ой, как вкусно. Нет, ничего не вкусно. Обычный, травками какими-то пахнет и даже рисковато. Но я его практически, в принципе, не чувствую. Я его распыляю буквально 2-3 пшика в область с подушки, где я сплю, ложусь и очень сладко сплю. Реально работает спрей. Реально работает. Я проверяла, когда у меня я готовилась к мероприятию, я была вся такая возбужденная, нервная, я боялась что-нибудь забыть, оставить дома. И я прям на ночь нанесла этот спрей, 3 пшика, и уснула быстро и сладенько. И выспалась, и была отдохнувшая. А для меня это очень важно. Я думаю, для всех, конечно, это важно. Вау, крутые серии. Обратите внимание, набор всего по 319 рублей. Как классно! Это очень дешево и очень хорошие серии, действительно классные. А, забыла взять расческу. Эта расческа стала для меня любимой вообще на всю жизнь. Насколько она хорошо массирует, как она качественно вся сделана. Ее и в руках приятно держать. Кстати, вот этот вариант тоже можно взять попробовать. Потому что была раньше такая вот пластиковая. Мне она не очень нравилась, все-таки. Как бы после, теперь вот раньше она мне нравилась, но когда я попробовала эту, я поняла, что та все-таки жестковатая, царапает голову как-то. Вот, а это просто супер няшечка будет. Но это все для волос. Не буду на этом долго останавливаться, потому что нечего показать. Я не пользуюсь такими средствами. Для деток все. Вау, вот это классная штука. Всем рекламирую, всем рекомендую. Бальзамчик вкусно пахнет клубничкой. При этом он настолько круто увлажняет губки. Он просто вот, ну просто вот наносишь. Ой, как пахнет. Клубника малиновая. Я не знаю, что это. Просто хочется съесть. Я себе обязательно их еще возьму. Хотя я в прошлом каталоге их набрала. Еще возьму. Классная серия. Love & Care. Красиво все сделано. Все брала, всю серию. Даже некоторые продукты перезаказываю. Мне нравится все. Мне нравится... Ценники в этом каталоге просто классные. Даже можно, может быть, что-то тоже себе возьму, повторюсь. Так, что-то для ног. Кстати, обалденная пилка моя любимая. Мое любимое средство. Вот, тоже его возьму, потому что оно обычно очень дорогое, а здесь самая выгодная цена. И мне оно нравится больше всех интимок, которые у нас есть. Хотя дорогое, конечно. Так, что здесь? Для взрослой кожи защитный крем-флюид. Кстати, не брала. Не знаю, что это такое. А, хорошая противопигментация.
Такие кремики. Девочки, не буду на этом долго останавливаться. Кстати, какая-то новинка, по-моему. Зеленая, я не помню. Это для жирной кожи. Прикольно. Так, всякие наборчики, всякие классные наборчики. Но обратите внимание, они придут не в коробках, они придут в россыпью. То есть, если вы смотрите и думаете, что вам вот это все положат за 199 рублей в коробочку, вы очень как бы наивны, потому что коробки дорогие. Так, и тут все наборы, кстати, классные наборы для лица. Вау-вау. Масочку забыла взять. Я попробовала маску. Кстати, маски одноразовые, их надо использовать за один раз, но объем не очень большой, поэтому я использовала половину, а половину в этот же день использовала моя дочка, так что мы с масочкой быстренько разделались. Вот, на следующей на очереди у меня маска с личи, я взяла попробовать, пленочку очень люблю, ну, потом расскажу отдельно, даже видео сниму. А вот здесь очень-очень жирный крем, мед и молоко, у кого сухая кожа и требует много-много всего, то берите его. И обратите внимание, крем Loving Care 150 мл. Вот здесь я оторвусь по полной, возьму этих кремиков побольше. Мыло, вкуснющее мыло. Одно вам покажу. Это пряный цитрус, мандарин. Сейчас даже открою, где оно открывается. А, вот оно. Смотрите. Смотрите и возрадуйтесь. Большой классный кусок. Здесь 75 грамм. Он как ручная работа. Скорее всего, это и есть мыло ручной работы. Хотя нет, наверное. Но он очень крутой и очень вкусно пахнет. А, просто балдею от этих мыльцев. Я их всегда беру. Мне нравится именно вот это Apple. Я обожаю с пряностями. И здесь я тоже оторвусь на этой страничке. А здесь у нас бомба. Просто бомбическое предложение. Это тушь 5 в 1. Наша любимая. С любимой кисточкой, кстати. С любимой. И ультра черная, и, конечно же, за 199 рублей. Но нужно взять любой продукт из каталога, чтобы получить одну тушь. Например, вы взяли крем-мыло, одну тушь. Взяли два мыла, две туши. Вот такое классное предложение. Всем желаю классных покупок, бомбического каталога, много продаж, чтобы вы подзаработали хорошо к Новому году и были довольны. И вообще просто всем желаю счастья, успехов, удачи и до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, именно под видео, не в личку. Потому что, когда вы в личку пишете, увидите только вы ответ. Когда вы пишете в комментариях, ответ увидит много людей, и для кого-то это будет тоже очень полезно. Поэтому призываю вас быть открытыми, не стесняйтесь, спрашивайте. И до встречи, пока-пока, с вами была Лилия Донскова, люблю вас. GoPro Stop Video.